А в Дагестанском гуманитарном институте прошел круглый стол по вопросам совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих. В ней приняли участие представители органов государственной власти, антитеррористической комиссии и сотрудники религиозных организаций. В ходе круглого стола обсудили вопросы обеспечения антитеррористической защищенности граждан, профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде, противодействие современным методам манипуляции сознанием молодежи. Руководство вуза, профессорский преподавательский состав активно работает, и мы считаем, что в образовательную деятельность вуза, любого вуза, на сегодняшний день должны быть включены именно эти направления, потому что образование вместе с духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения только может дать такой действенный результат, такое неприятие этой идеологии нашему подрастающему поколению. Стоит отметить, что накануне в ДГИ также состоялся круглый стол с участием лиц, получивших религиозное образование за рубежом и намеревающихся заниматься религиозной деятельностью на территории республики. Присутствующим разъяснили нормы законодательства России, также говорили о традиционных духовно-нравственных ценностях и современной религиозной ситуации в регионе. Мероприятия прошли по инициативе Министерства по национальной политике и делам религии республики.